наверное, посмотрим сначала за этим эпизодом, ну и потом уже дальше познакомлю вас с составами. Разыгрывают оренбуржцы этот стандарт. Артем Попов, Попович. С левой ноги Попович подает на дальнюю штангу. Скидка, и в штангу попадает Сильвия Бегич. Против Айеволи свалил сейчас Артем Сердюк. И правым флангом атакуют футболисты Оренбурга. Попович штрафной. Выкатывает мяч на Чиркина. Чиркин не решился пробить. Передача на Малых. И низом прострел. Малых. Подача в штрафную. Там. Остается мяч у оренбуржцев. И с лету Воробьев наносит удар. Но не... подача с углового. А его ли одного оставили защитника Оренбурга, но в сторону ворот воронежской команды. Довольно-таки внушительная стенка, так скажем, 50 на 50. Гол! Забивает Попович! Ефремов уходит от соперника. Удар. Мяч перед собой. Только что я говорил о том, что матч Енисея и Спартака пока без голевой. Как тут же на 75-й минуте Александр Кутин в этом матче отличился. Подача в штрафную. Дюриш. Ну что при... Удар и гол! 2-0. Ну и второй мяч на счету Игоря Удалова. Защитник, подключившийся к стандарту. Сейчас посмотрим за этой атакой. Ефремов, удар низом! Спасает сейчас свою команду от третьего мяча Артем Федоров. Отличный эпизод. Выдать точную передачу в штрафную площадь. Но угловой. Все тот же Попович подает. И в ближний угол мяч летел. Подача в штрафную. Исполнение Марцумяна. И мяч практически залетел в дальний угол. В рамках 25-го тура ФНЛ. То ряд встреч уже завершился. Как мы уже... Попович с левой ноги. Хороший удар в исполнении Дениса Поповича. И Чиркин. Корняков с мячом. Передача дальше направо. Здесь Попович низом прострел. Хасамантов удар. Видели? Чиркин. Дальше направо. Здесь Попович. Остается мяч у оренбуржцев. Воробьев. Попробовать ударить бы. Нет, Воробьев ищет продолжение для этой атаки. Остается мяч у оренбуржцев. Ну и Попович, зачем же нужен был из такого острого угла? Опережает здесь в данном эпизоде Воробьева Хайманов. Семенов, Шумейко. Удалый. Длинный заброс вперед. Да, ну и все-таки забивает Хасанатов. 3-0. Все-таки отправил мяч уже в пустые ворота воронежской команды. Но вот сейчас атакуют футболисты «Факела». Перехватываем в исполнении Романа Воробьева. И передача на Хасана Мамтова. Выход 1-1. Но нет, немножко не хватает скорости Мамтову. Удар. Осипенко. Передача в центр. Здесь Рустамян. Слева Шумейко. Подача в штрафную. Молодцов. Еще один навес. И удар по воротам в исполнении Шумейко. В итоге... До окончания основного времени этой встречи.
Делькин. Передача на Мамтова. Ну и попробовать. Вот Делькин штрафной. Удар поворотом. Гол! 4-0. Делькин. На 38-й минуте Игорь Удалый, подключившийся к розыгрышу углового, ударом головой забил второй мяч в этом встрече. Ну и 5-0. 5-0. Пятый мяч забивает Артем Делькин, делая дубль.